Художник – це такий чоловік, який рисує картини. Художник – він рисує. Ну, це теж складно. Це отак вимальовувати. Картину цілу робити. Тому що потрібно спочатку навчитися, як красиво рисувати. Різні картини. І у нього повинно все хорошо это получаться. Потому что на художник именно красивые очень картины, качественные рисуют. Ну, он нарисовал их задорно, а это было, ну, мальчик. Она стоит будет 5000 лайков. Потому что он же будет потом свои фотографии, какие учатся детям, показывать. И просто он сделает плохо, и все дети будут повторять, плохо. Они вот так берут лист, берут краски и, ну, кисточку, макают в водичку сначала, потом в краски и вот так малюют. Потому что они могут рисовать, что захотят. К примеру, какое-то вдохновение нашел и нарисовал. Трудно, потому что типа, вот сложно просто мир просто изобразить какой-то по-настоящему, очень красиво. Я хочу стать художником.